туризм по Свердловской области – прекрасный вариант активного отдыха, ну и как источник ярких впечатлений. Но чтобы не испортить путешествие, нужно к нему заранее готовиться. Я уже точно знаю, что в дорогу нужно обязательно надеть шлем. А как еще готовиться, нам сейчас расскажет тренер Евгений Макаров. Здравствуйте. Добрый день. К сожалению, я наблюдаю такую картину, что очень много людей в городе и за городом катаются без шлемов. Это опасно, потому что даже без наличия автотранспорта поблизости можно споткнуться, упасть и головой удариться о дерево, о камень в траве, элементарно об асфальт. Во-вторых, конечно же, исправный велосипед. Я акцентирую свое внимание на слове «исправный», потому что у него должны быть абсолютно в хорошем состоянии тормоза, так. Система переключения передач, колеса. Именно покрышки, камеры, вилка, если она имеется, амортизационная, ну и прочие другие узлы. Так, велосипед исправен, шлем есть. Что еще? Я вот вижу на вас перчатки. Это да, тоже? Да, это уже элементы одежды. Перчатки, они позволяют вашим рукам, особенно если вы активно тренируетесь, простите, потеете, ваши руки не скользят по рулю, они плотно лежат. Более того, здесь на перчатке есть специальные вот такие вот уплотнители, которые амортизируют. Одежда. Одежда, да, это особый предмет нашего разговора. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на велошорты. Вот они сделаны из специального тянущегося материала. Вот, они плотно облегают бедро. Сейчас современные материалы таковы и способы пошива велошортов, что они даже помогают лимфодренажной системе. Но неужели нельзя в штанах? Неудобно. Смотрите, штаны у вас свободны достаточно, да? Здесь они плотно не облегают. В случае, если вы попали под дождь, либо вспотели, у вас образуются складки, они влажные, и на них натирают кожу. Это очень неприятно, поверьте мне. Исправный велосипед. Когда вы собираетесь ехать на велосипеде, даже если это путь только до работы и обратно, обязательно проверяйте свой велосипед, свой транспорт, одевайтесь правильно, а не, как выяснилось, я. И обязательно, чтобы был у вас шлем. Нельзя без шлема кататься даже по городу.